Детский канал «Мультиигрушки» представляет. Отряд специального назначения прибыл. Позвольте представиться, старший сержант Райан к вашим услугам. Да-да, всем привет, а я спасательный альпинист, рядовой Стив к вашим услугам. Добро пожаловать в наш дружный коллектив. Всегда рады видеть новых спасателей в нашем полицейском участке. О, опять новички прибыли. Думаете, что у нас легко? Ошибаетесь. Посмотрим, на что вы способны, мальчишки. Ух ты, ничего себе! Какой вчера был обвал в горах? Придется мне сегодня разгребать камни до самого вечера. Ну вот и долгожданный обед. Попью чайку. Ух ты, жена сегодня положила мне мои любимые сосиски. Ой, смотрите, смотрите, какой ветер поднимается. Нужно срочно уходить отсюда. Помогите! Помогите! Землетрясение! Помогите! СОС! СОС! Прием! Меня кто-нибудь слышит? Меня привалило деревом в северном участке гор на 35-й дороге. Помогите, кто может. СОС! СОС! Ребята, поступил сигнал. Спутник зафиксировал рацию и сигнал СОС. Случилось землетрясение. Наверное, кто-то пострадал. Нужно срочно выезжать. Бригада спасателей готова к выезду. Мы постараемся все сделать, чтобы спасти людей. Стив, кажется, я слышу звуки, но не знаю где. Рекс, бери след.
Собака нашла человека! Его привалило деревом! Разматывает трос! Нужно его оттянуть! Помогите! Помогите кто-нибудь! Моя нога! Нога! Держись, парнишка, не переживай, спасатели на месте. Я попробую оттянуть дерево в сторону. Райан, ничего не получается. Дерево прижало камнем. Садись в бульдозер. Нужно как-то его сдвинуть. Понял тебя, Стив. Сейчас попробую что-нибудь сделать. Отойди в сторону. Если что-то пойдет не так, подай мне сразу сигнал. Получается, получается, смотрите, вот теперь дерево поддается, сейчас я его оттяну. Держись, парнишка, ты молодец, все будет хорошо, не переживай, мы быстро отвезем тебя в больницу. Ребята, будьте внимательны и осторожны. Если вдруг случится ураган или землетрясение, никогда не прячьтесь под деревом, а ищите безопасное укрытие и немедленно звоните в службу спасения.